Друзья, всем привет! Вы снова на канале про путешествия. Меня зовут Богдан Пулчев. Это видео не будет посвящено путешествиям. Видео будет посвящено проекту «Я за цель», в котором я принял участие. В рамках этого проекта я должен был подготовиться к бою по боксу с серьезным соперником. Итак, я готовился чуть больше месяца, и бой состоялся у нас вчера. Прямая трансляция этого боя была у меня в инстаграме «Богди». Но многие зрители, подписчики просили, чтобы эта трансляция была загружена на наш канал. Так я выполняю свое обещание, и бой, который у нас был вчера, вы можете посмотреть сегодня. Смотрим. Дорогие друзья, вот мы ждали этот момент. Он у нас немножко затянулся за счет, скажем, небольшой травмы Богдана, но он восстановился. Бойцы уже готовы, они уже на пределе. Поэтому, я думаю, бой будет хороший, бой будет конкурентный. И, надеюсь, всем все понравится. И, думаю, можно начинать? Конечно, да! Хочу отметить, что у ребят только первый бой. Это их первый бой, поэтому у них волнение на пределе. Но, ну, может, все будет нормально. Бойцы в ринг! Красный пол ринга. Богдан Пулчев. Вес 98 килограмм. Боксом занимается 2 месяца. В синем углу ринга Антон Оленев. Вес 98 килограмм. Одинаковый вес бойцов боксом занимается 1 год. По затылку не бьем, ниже пояса не бьем, боксируем по правилам. Ударим. Поспокойнее, поспокойнее, поспокойнее. Богдан, левой чаще работает, дистанции. Правой выкидывай иногда. Левой, левой, дыши. Богдан, левой кидай чаще, по разнообразию, сбоку, снизу. Спокойно, спокойно, спокойно. Богдан, левой чаще. Еще. Еще левой. Двойка, двойка. Богдан, левой, левой, двойка. Вот
машина. Левой, кидай! Левой, работай.
Шагивай вправо. Опять гимн удар. Концов. Вперед и сразу нужно. Руки, руки, подними. Подвигайся, подвигайся. Подними руки. Стоп. Стоп. Стопа.
Я думаю, что может даже не последний день, если вот Андрей дальше будет продолжать меня так и тренировать. И сегодня у нас годовщина свадьбы с моей любимой женой. И этот бой, и эту победу я посвящаю ей, своей любимой жене Владе. Ну что, давайте. Антон что-то скажет тоже. Давай фото направим. Спасибо тренеру, спасибо сопернику, спасибо всем за поддержку и за сам, ну, и за сам бой. Хочу сказать большое спасибо фитнес-клубу «Стиль жизни», в котором я занимаюсь, тренируюсь. Теперь еще помимо просто фитнеса занимаюсь и боксом. Моему тренеру Андрею, потому что если бы не он, то ничего бы этого не было. Как и обещал, я победил и дарю ему свои фирменные бинты чемпионские. Теперь ждем от Андрея первое место, ну, уже на России. Ну, проект очень крутой, клуб очень крутой. Я здесь занимаюсь и жду вас здесь в клубе у нас. Я хочу тоже сказать спасибо нашему клубу за то, что они решили сделать третий сезон именно бокс. Богдан молодец, он выполнял абсолютно все мои указания. Все, то есть он не боялся, шел вперед. Где-то были ошибки, но я думаю, мы их сможем доработать. И, возможно, где-то еще он даже выступит. Ну, хочу сказать спасибо Федерации бокса Ярославской области за предоставленный инвентарь. Потому что без таких перчаток, я думаю, все было бы уже по-другому. Они очень мягенькие, кстати. Да, они мягенькие, как подушкой бить, поэтому у нас бойцы, скажем, без синяков. Занимайтесь боксом, занимайтесь спортом. Участвуйте в проекте «Я за цель». И занимайтесь нашим фитнес-клубом. Да, и участвуйте в проекте «Я за мир».